Нет, я, конечно, не ожидала таких беспрецедентных мер, что отрежут инст. Я просто в шоке была. Нет, ну они, конечно, тоже борщить там начали. Ну, ты знаешь, почему, да, они отключили. За призывы к ненависти там и так далее. Вот. Ну, я с этого просто попутала. Я никогда не думала, что это будет прям вот так, знаешь. Все же привыкли, что вот это все длилось столько лет. Потихонечку, потихонечку, да, там, что-то, что-то. Ну, как-то все терпимо было. А тут бабах по голове. Я вчера стою, смотрю на себя и думаю, вот я просто оплот капитализма. Зубы там 300, грудь 300 тоже. Вот эти все вещи.